Всем привет. Попробуем на платформе Beeline Gaming сыграть в популярную игру Call of Duty Warzone. Так, ну где же Steam? Погружайся давай. А, фут, у нас не в Steam. Где браузер? Долго думает в этот раз. Фу-то. Опять тот, кто на мог не зажался, как в тот раз. Отлично, залогинились. Так, опять обновление. Ну подождем. Быстренько. Правильно, все-таки пользователь Евгений пишет, какой смысл тогда этого кафе Билайну арендовать сервера по IK. В чем смысл? Он по IK почасовая, у Билайна помесячная. Вначале, кстати, почему-то подлагивает. Вот это непонятно. Даже в меню тормозит. Это возможно из-за установки этих шейдеров. Вообще лагать невозможно.
Так, ну шейдеры вообще долго ждать. Давайте попробуем без них. Эти фризы не видеоролики, а самые гретых. Я проходил обучение, там нет никаких фризов. Посмотрим, что будет на карте. Даже с разных платформ играют. Ну, честно, не знаю. И PlayStation 4, и тебе тут и Xbox. Ну, загрузка карты, где она? Ну, вообще лагает жесть. Неужели? Возможно, нужно было вот эту установку шейдеров прождать. Но я не знаю, все мое время растратило реально. Я мою занесло тогда. Как брать-то? Как буду брать, меня уже здесь копы. После приземления нормально, даже не лагает. Ой, кто там?
Даже в него не попал, по-моему. Ваш союзник отправился в ГУЛАГ. Там он будет сражаться за право вернуться в бой. Да. Где-то кто-то стреляется, вообще хрен знает где. А он, вижу по радару, где-то здесь. Возвращается в район операции. Ё-моё, меня засекли. Поиграем в кусок. Вообще никого не вижу. Все, капец, койка и баланда. Выживешь, чтобы вернуться на фронт. Победишь здесь, вернешься на поле боя. Проиграешь, тебе конец. Твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Тебя тут здорово. Да как так-то? Отправляем тебя домой. Еще не все пропало. Твоя команда может заплатить за твое освобождение. Настройки еще там у нас. На высоком. Противники в том районе. Карты максимальные частицы ультра.